Приветище! У меня для тебя шикарнейшая новость. Мы вновь возвращаемся назад в прошлое, чтобы выяснить, что же произошло с соседом и его семьей несколько лет назад. Замри! Деньги на пол! Ну вот. А может быть еще раз сыграем? Еще раз? Ну ладно. Акт 2. Ограбление. О, да, ну все, братиш, сейчас ты познаешь, как лицом фонариком тыкать. Замри! Ты преступник! Я тебя поймала! Обернись, кому сказал! Упс! Дабл шишка, братюнь! Походу, у тебя теперь рога будут на голове. Так, что у нас здесь новенькое в комнате появилось? Радио? О, футбик идет. О, шар для боулинга. Братюнь, сейчас мы с тобой сыграем. Косорылый я девчонка. Так, еще разок, в пуканище. Ничего себе у тебя попец ореховый, братюнь. Тебе, как обычно, все насрать, да? Тогда вот лови кипарик тебе, чтоб не простудился. Не хочешь? Ну все, братюнь, насморка не избежать. О, сегодня же 30-е. День обаяния и очарования. Ёшки-матрёшки! Ещё метеорит приземлился, что ли? Слышь, братюнь, ты видел у нас дрище в потолке? Офигеть! Может, это я шаром от боулинга так зарядила? Ой, ладно, братюнь, я, короче, пошла на улицу, там погода хорошая. Ух ты, какие у меня на каточке раскрашенные бусы! Это что за дела? Это куда вошла? Или вышла? Офигеть! У нас что, двери прям в город, что ли, выходят? Может, меня братюнь по голове шандарахнул, когда я выходил, а? И это все фантазия моя. Можно я вернусь? Блин, даже до ручки не достать. Мамка меня убьет. Вышла свежим воздухом подышать. Уважаемый! Ты чё свистишь? Слышь, тёзка, ты чё? Закрой свой свисток! Разбудишь же людей! Ночь на дворе! Ненормально. Да господи, а! Что заладила со своим свистком о фонарик? О, кажется, кто-то там бежит. Ёкарный папа, это ж братюнь мой. Ты чё форму нацепил, а? Я вообще ещё ничего не сделал, отстань от меня. Фух, он вроде фонарика испугался. Так, надо смыться в канализацию срочно. Заперто. Тогда надо угнать велик. Да что ж такое-то, на двухколёсном не умею. Эх, братюнь, знал бы ты, если полицейский без значка, то не умеет он нифига. Так, ладненько, всё, валим туда. Позлодействуем. Ничего себе тут мусорка. Да в ней жить можно. Здоровенная. Так, куда мы, значит, идем? Знаю. Идем прямо. Наверняка на чего-нибудь да наткнемся. О, беседочка. Что-то там есть. Смотри-ка, кто-то что-то ходит охранять. Ну-ка, пойдем заглянем туда одним глазком. Ай-яй-яй, полицаи стоят. Ну, пока они там трутся, ограбим их по-тихому. Воу, сирены включили, хватаем деньги и бежим отсюда. Чё палите, я у вас деньги утащил. Стоят, смотрят на меня. Ой, чукчи. Так, значит. О, братюнь, вон сдалека бежит. Не успеет он нифига, я ноги делаю. Ух ты ж, вот это фарт. Как же мне подфартило. Две инкассаторские машины, ДТП устроили. Надо бы их тоже грабануть. Давай, открывайся. Ништяк, не пустая. Прикинь, деньги без охраны, какая радость. Черт, уже все карманы забиты, надо что-нибудь выкинуть. Может быть, фонарик? Жалко, а вдруг пригодится? Кстати, камер в машине нету, это очень замечательно. Ладно, распрощаемся с фонариком, деньги все-таки важнее. Все, помчали. Надо срочно найти место, куда... Короче, надо срочняк найти тайник, а то уже деньги сыпятся с меня в прямом смысле этого слова. Че это за хата такая? А ну-ка, пойдем глянем. О, коробочки, надо запомнить это местечко. Эх, телега без колес. Так бы на нее еще погрузил денежку и покатил бы. Здорово, бомжар. Воу-воу-воу, потише, потише. Вы что тут все такие свистуны? У всех свистки есть. Так, бомжара охраняет вход сюда. Чтобы туда попасть, нужен ключ. А где его взять? Да, дела. Ладно, почесали отсюда, короче. А не-не-не, погоди, чё-то... Это ж батут там наверху. О, копы здесь как здесь. Бомжар насвистел на полицейских. Ёкарный. Все, валим отсюда быстрее. Не понял. Что это здесь скорая делает? Часы.
А, кажись, я понял. Это здесь... Чё ж меня всё прикалывать деньжищем-то раскидывается, а? Ничего себе тут носятся тачки. Так, значит, здесь мой тайник. Здесь я могу бабки хранить. Отлично. Сейчас всё сюда и скинем. О, гроза района идёт. Коп без значка, который не умеет нифига. Важный такой, ходит как павлинище, блин. Ой, не могу с своего убраться. Братюнь свалил, пошли дальше. Чё у нас по плану? Ох, жёванный! Нифига ж себе, прикольненько я полетал. Не зря говорят, по ночам светоотражающие жилетки надо таскать. Ну, сейчас я вам устрою. Нифига себе, ты безбашенный тип. Опасные люди. Кто таких за руль пускает? Чё за нафиг? Ты арестована. Так, тихо-тихо. Да что ж такое-то, братюнь, как ты меня вычисляешь? Ты да задолбал уже меня, а? Надо скрыться, я знаю как. Вот так, хлыбыщ, пакет, братюнь. Оу, куда это я залетел? На крыше дома своего висят труханы и штаны. Так, давай, братюнь, исчезни куда-нибудь. А тут прикольненько на крыше-то. Только вот чьё-то бельё вид портит. Носки висят, ну да ладно. Зато я понял, что эти безбашенные водилы могут меня куда-нибудь закинуть высоко-высоко. Ага, бабочки все на месте. Значит, братюнь, ещё не нашёл мой тайник. А это говорит о том, что мы продолжаем злодействовать. Сейчас мы направимся... О, чё это там за будка? Туалет, что ли? Ну-ка, ну-ка, пойдём-ка посмотрим. А? Дорожно-транспортные знаки. Машинки. Рычажок. Так, ладненько, сейчас поп... Оу. Я там ДТП, что ли, замутил? А, такое ощущение, что я меняю маршрут движения машин. О! Г... Чего? Канбу... Кан... Кенбу 2! Не свисти, а то рот застудишь! Дуделка, блин. Чё это у нас тут такое? Погоди, погоди. Дай-ка попрыгну. А? О! Там сейфы! Сейфы! Это ж банк! Надо туда пробраться. Чтоб меня! Это подстава! Сейчас копы нагрянут, надо быстренько куда-нибудь спрятаться. Куда только? Одни сейфы. Так, может его вскрыть хотя бы? Кнопочки какие-то нажимаются. Открываем, короче, так, вот вентиль кручу. Пусто! И решетки открылись. Копы! Блинский блин! Никуда мне спрятаться здесь. Надо по кругу бегать. Точно. Круговое движение всегда выручает. Так, он вроде отстает. Надо где-нибудь засесть. Здесь. Самое отличное место. Здесь спрятаться. Да неужели? Он отстал. Все, убежал. Ништяк. Время грабить сейфы. Бабуськи мои, насобираю на Мальдивы и улечу туда тусить. Еще пусто. Какой-то нищенский банк. Ну, по крайней мере, два мешка есть, вон, вижу третий. Сейчас еще здесь, здесь пусто. Тогда идем вот сюда. Сектор приз на барабане. Последний мешочек, но я уверен, что здесь есть еще баблишечка. Правда, рук у меня уже нет. Ай, хоть в трусы засовывай. Так, пусто, 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 вроде открыл. О, есть мешочек, придется вернуться. Есть мешочек. Придется два раза сбегать, но ничего. Валим от седого, пока решеточки открыты. О, свободно все. Как же я обожаю места, где нет геморроя. Да японский суши, опять от радости деньги выкинул. Так, значит, сейчас мы до тайничка добежим. Уже почти. А погоди, погоди. Скорая сзади открыта. А чё у нас тут? А, пусто. Может быть, это тачка для прикрытия, чтобы деньги туда загрузить и свалить без палева. Кажись, меня заметили. Братюнь на страже. Ёкарно, он сейчас ещё и спалит мой тайник. Хотя вроде нет поблизости. Ладно, скидываем балласт. Я нашел новенькое местечко, где, мне кажется, можно поживиться деньжатами. Это жеванный торт. Точнее, это не жеванный торт, это печатное издание. Да что ж такое-то, перестаньте вы свистеть, товарищ! Можете денег дать, а?
Не, неподкупный тип попался. Я тебя гипнотизирую, меня здесь нету. Чё, сработало? Да чтоб тебя, а! Итак, мы внутри. Что у нас здесь есть? Где у нас бабосики? Компьютер. Ага, наверняка там какие-нибудь шифры хранятся, которые открывают сейфы, набитые деньгами. Да, ну и компьютер. Не, им нельзя пользоваться. Упс, засветился. А куда бы скрыться? Хотя вроде бы он сматывается. Значит так, вон я вижу сейф. О, больше сейфов вроде нету, да? Один-единственный, что ли? О, смотри-ка. А там вон одна единственная красная дверца. Как же вы мне надоели, у меня уже уши в трубочку свернулись от ваших свистков. А, этот сейф просто так не открыть. Ой-ой-ой-ой, жопа горит. Фух, убежал. Короче, видишь, лампочка горит. Это значит, что сейф закрыт и охраняется. Очень надежно. А кот лежит вон там. Ну иначе зачем делать там красную дверцу? Вот и пригодились мои навыки паркурчика. Чтоб меня. Кто бы мог подумать, что они пригодятся мне для такого дела. Добраться до этого красного ящика. Ну-ка, ну-ка, что у нас там? Ого, шифр. Я так и знал. 137. Шикарнейший просто шифр, чтобы защитить сейф. Чё ж код-то не придумали? 1, 2, 3, 4, 5. Все свалили. Сектор клин. 1, 3, 4, 5, 6, 7. О, вот это я взломщик. Ну просто мастер, а. Осталось теперь бесшумно свалить отсюда. Смотри, смотри, прикол. Братюню повязали. Его куда-то ведут. Ух, сейчас ему там черную намутят. Так, все. Кажись, кранты ему. Чё? Какого? Чё ты его отпустил, блин? Там, кстати, какая-то интересная штука. Чё это такое? О, это же бойлер. Чё с ним делать, интересно, надо? Ничегошеньки, не жмется и не откручивается. Нашел здесь в подворотнях небольшой магазинчик. Сейчас мы туда заглянем и свистнем оттуда деньжат. Продуктовый, кстати, магазинчик. По-моему, здесь нет охраны. Ты слышишь эти звуки? Звуки денег. Кассовые аппараты щелкают. О, погоди, погоди, там что, охранник, что? Да ладно. Ёкарный. Вся моя надежда рассыпалась. Растаявший пончик, он меня спалил, походу. Фонарик в топку, уберем деньги. Шифр тоже нафиг уже не нужен. Фонарик. Кассовый аппарат нельзя вскрыть. Баблище, смотри, целые две пачки лежит. Все, мест нету, валим. О, осторожненько обходим полицая. Как я обожаю звон этих монеточек, когда они падают в мой тайничок. Палево, надо укрыться срочно, подожди. Это что, банк, что ли, еще один? Офигеть, какой он здоровый. Сколько здесь охраны. Да чихать на нее. Это же картонный пончик, вы охранники, они вообще нифига не могут. О, еще один. О, картоночки опасны, они сирену включили. Но ничего, ничего. Выключаем. О, тишина. Ну что ты палишь на меня? Пончик хавай свой дальше. Жрабас картонный, только на кнопочку и умеешь нажимать. Да что ж такое-то, а? А погоди, это не та кнопочка. Там нажали. О, денежка еще есть. Усё, труханы забиты деньжищами. Пора пополнить наш тайничок. Валим отсюда. У меня тут одна хулиганская такая идейка созрела. Мне кажется, что я могу направление знак поменять. Ну-ка. Сейчас еще одно ДТП устроим. И две оставшиеся инкассаторские машины, которые гоняют по городу, я смогу ограбить. Найс, найс, бэби. Или, как говорится, бинго. Кватро ДТП. Все, все инкассаторские машинки собрались в одной куче. Шикос. Вот это я злыдень. Бабочки, 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 больше бабочков на Мальдивчике мне. Итак, поскольку я не нашел ключ от того забора,
у меня есть гениальнейший план. По стариночке использовать коробки и просто перелезть этот забор. Вот, собственно, и весь гениальный мой план. Только вот мне здесь бомжар иногда мешает. Он меня так и напрягает, хочется его коробкой оглушить. У кого-то там пати на хате. Эх, жалко, меня не позвали. Я б там тоже затусил. Коробочки никогда не подводят. Танцуем, мы с тобой танцуем. Перебрались через забор. И сейчас узнаем, что здесь скрывается. А походу здесь вообще ничего нет, кроме батута. Ну что ж, ладно, попрыгунькаем. Ух, ёкарный бабушкин пирожки. О, еще один батут. Так, надо приземлиться сюда. Ага, здесь у нас ничего интересненького нет случайно. Одни книжки, дневники с двоечками моего братца. Не, походу здесь ничего нет. Ладно, попрыгали дальше. Сластить меня на зиму! Оу, нифига себе. Кому-то в квартиру вломился, еще и тут долбится. Кто там долбится? А, это копы. Интересно, что они сюда ломятся? Тук-тук. Азбука Морзе какая-то. Заперто. Дома никого нету. О-о-о-о, полегче. Это же тот тип, который охранял печатное издание. Кажется, его здесь кто-то шандарахнул. О, там он еще балкончик есть. Ладненько, вернусь-ка я лучше обратно. Чувак, тебя использовали как лесенку, да? Бедняга. Опаньки. Бинокль. Если он здесь есть, значит, он мне по-любому пригодится. Пойдем-ка посмотрим с окошечка на вид этого шикарнейшего города. О, бабки. Бабки на крыше дома другого. Блин, как бы туда попасть? Слушай, ну ладно те деньги, но здесь-то не может просто бинокль лежать. Картина с сейфом. Ну-ка. Ах ты ж лысый ты, ёж, а? Все-таки тот тип на балконе. Его не просто грохнули, здесь бабки искали. И теперь и копы сюда ломятся. Все понятно, но я-то эти бабки нашел. А тот, кто сюда вломился, не нашел. Ха, лошара. Ну чё, ладненько, валим тогда отсюда. Сейчас покажу десантуру. За десант! Ёкарный, у меня аж парашют нету, и зонтика тоже. Нифига себе, терминатор. Тун-тун-тун, I'll be back. Вот оно, это место. Надо попасть на один из этих балконов. И тогда я попаду на крыши. Как бы это осуществить? Короче, поможет реализовать мой план машина. Надо ее только дождаться. Где она есть-то? О, едет. Едет, надо знак поменять. Ух, ёкарный. Куда она меня пнула-то? Жёванные пироги. Блин. Я ж отсюда не выберусь. Это здесь закрытая зона. Здесь все огорожено. Вот это западня. Не, ну, кстати, если сюда так просто можно попасть, то по-любому здесь что-то есть. И вот этот свечение... Не понял. О, зонтик! За текстурами! Это что, прикол? Да ладно. Ох, блин, зонтик не успел взять! Ого! Что это за дела здесь вообще происходят? Так, я, кажется, приземлился. Я что, в раю, что ли? Дубль 2. Надо как-то достать этот зонтик. Не зря он здесь прятан. Давай, хватай. Ну хватай же. Блин, ну бери его. Догоняй. Есть, я его схватил. Какое же облегчение падать с парашютом. Так, я хотел подлететь к этим деревьям. Они какие-то 2D-шные, нарисованные деревья. Странная это здесь лабуда. О, сейчас за мной друган мой прилетит, я его вызвал. Он меня спасет и унесет. Итак, зонтик есть, осталось попасть на крышу. Есть, залетели на этот балкончик, теперь полезли наверх. Как здесь все хрупенько. Надеюсь, здесь нет подставы, я никуда не провалюсь или упаду. Тик-ток, как же здесь громко тикают часы. Ага, я вижу здесь паровую пушку,
Надо его воспользоваться. Так, значит, с разбегу. О-о-о. Ух ты, смотри, там ворон сидит наверху. Офигеть. Так, а куда это я лечу? На крышу дома своего. Мне сюда точно не надо. О, подушечки вон, смотри. Не, на подушечки мне тоже, наверное, не надо. Хм, а куда тогда надо? Сейчас попробуем еще разок. Дубль два, как говорится. Только полечу я совсем в другую сторону. О, вот сюда. Во-во-во, вон там денежки должны быть. Да, последние два мешка деньжат. Приземляемся аккуратненько. Ништяк. Какое небо здесь прекрасное. Дырявое, правда, но ничего. Эх. О, а вот и ключ. Ну, надо же, под самый конец, когда он мне уже не нужен. Этот ключ от того самого забора, через который мы перепрыгнули при помощи коробок. Ладненько, тогда валим отсюда и завершаем наше ограбление века. Да, кстати, я так еще и не разобрался, что же делать с этим бойлером. Наверняка он тут для чего-то нужен. И так подсвечен еще, как будто это важный элемент. Если ты знаешь, что с ним делать, то напиши, пожалуйста, в комментариях, потому что я до сих пор не разобрался. И без твоей помощи не обойтись. Последние мешочки, и я уделал обраться. Братец, я тебя, кажется, уделала. Ты слышала? Мне показалось, родители вернулись. Пойдем посмотрим. Давай пока накроем на стол. Блин, ну где же родители? Их так долго нету. Я уже кушать хочу. Наверное, задерживаться.